Приветствую всех моих ютубозрителей, которые смотрят за нами, которые подписаны на нас и которые даже не подписаны на нас. В общем, кто проходит мимо, тоже можете подписаться. Купили для нашего одного заказчика вот такую машину. С аукциона Копорт. Это у нас 2018 год. Land Rover 2018 год. Купили его как топляк, ребят. Не на ходу, как кота в мешке. Ну, это Land Rover. Мужики, те, у кого есть Land Rover, рыбаки серьезные, да, они заезжали не вот так, а заезжали даже вот так. Потом вот эти Land Rover, они разбирали, сушили, собирали, и он опять завелся и поехал, потому что это Land Rover, это Toyota. Это японец, японский самурай. Сейчас мы с вами его посмотрим, что же мы с вами купили. Купили мы его за 30 чем-то тысяч долларов, вот в таком состоянии, как вы видите. Там, в общем, смотрите, видно, что здесь была водичка. Пробег не был указан на аукционе. Мы пробег не знаем. Мы покупали без пробега, мы покупали не на ходу. В общем, просто кот в мешке. Жидкости у него чистейшие, у этой машины. Так, посмотрим щуп. Что тут у нас со щупом? Масло чистое у этого Land Rover. Но все равно его я бы поменял. Минимум 3 раза. Сначала слил. Раза 2-3 промыл движок, трансмиссию, и потом залил бы новое маслицо, потому что вода была вот здесь, ребят. Вот здесь была вода, вот линии видно. Но опять же, это Land Rover, и Land Rover'у, как говорится, как с гуся вода. О, вот так. А резина у него, в общем, в таком состоянии неплохом с этой стороны. С этой стороны чуть-чуть краешек съеден. Я чуть-чуть посмотрел, уже клиенту скинул видюху. Так, что-то я сегодня куртку свою уже порвал. В общем, за вот эти все зацепился вот здесь. В общем, народ, смотрите. Машина была целая, да? Машина... Пришла вода. Она стояла просто припаркована. Вода пришла. И залила всю машину водой. Замкнулись двери, они двери не смогли открыть. И, в общем, они просто силой, я не знаю чем, каким-то форклифтом или чем, просто раздолбали дверь вот таким образом. Зачем они это сделали? Для того, потому что эта машина была, я не знаю, каких-то госструктур под прикрытием, что ли, я не знаю, здесь какие-то ящики. В ящиках обычно, в таких ящиках, в общем, возят оружие или еще что-то такое. Вот. И они не могли открыть дверь, поэтому взломали ее после того, как она затонула. И достали свои драгоценные вещи здесь, которые были. И машина уехала на аукцион. Все. Вот так это было. Не видел таких еще Land Rover с такими ящиками. В общем, нужно будет менять крышку. Как видно, бампер целый, фаркоп есть даже на этой машине. В общем, смотрим дальше. Так, фарка целая. Этот стопик целый. Этот стопик смотрится целый. А вот этот стопик с дыркой. Вот его разбили при открытии двери. Дверь защелкнулась, и все. В общем, идем дальше. Машина вся была Копорт. Вот так приоткрывают двери, чтобы и выйти тоже, передний, задний. Вешает вот эту наклейку. Вот так. Закрывает такие промежутки, чтобы машина дышала и выходил с нее, выходили испарения. Потому что когда испарения большие, ну, в общем, все тут гниет, так сказать. Поэтому
Таким образом они как бы сохраняют, проводку, маджулы и все остальное. В общем, какой-то фильм здесь интересный. Люди смотрели. Здесь есть экраны также, кстати. Есть подушка. Еще там какая-то сумка есть. Крышечки. В общем, коврики здесь есть. Есть крышка на задний фаркоп. Какие-то сумки. Еще сумка. Черный потолок. В машине двоякие чувства, двоякий, как сказать, запах. И запах присутствует, и запах не присутствует. Пахнет кожей. Пахнет кожей. Ковриков я не вижу. Коврики, кажется, сзади, да, вон они сзади лежат. Давай пройдем с вами на ту сторону. Так, еще раз. А, покажу вам Бэху тоже. Народ, смотрите, какие кресла крутые. Кто-то, в общем, пассажир этой Бэхи, пассажир, открыл дверь. И кто-то, походу, проехал мимо. И дверь улетела наперед. Карбоновая крыша, реально крутая Бэха, тройка. В общем, кто-то взял неправильную пассажирку себе. Так что, когда двери открываете, обращайте внимание, может сзади кто-то едет. Все в карбоне. Что-то она вся покоцанная. А может и не такая была ситуация, не знаю, это я придумал сейчас на ходу. В общем, есть два наушника, есть пульт, есть один ключ. Пробег сейчас мы с вами узнаем, сколько. Пробега здесь всего 32 мили на моторе. Всего. Неплохой пробег, я бы сказал, для такой машины. Очень неплохой пробег. Есть ключи. Ключи это у нас от тех ящиков сзади. Есть холодильник здесь. Тоже немаловажно. В общем, и вот такая машина. У этого человека, кто берет у нас машину эту, он уже это не первый берет, и он их все исцеляет просто. Все четко получается у него. Положу это здесь. Здесь экран тоже есть. Так, давай мы куда мы закинем это, чтобы оно не потерялось у нас нигде при транспортировке. Мы его закинем в эту коробочку. Вот таким образом. Все, пускай оно здесь лежит вот так. И никому не мешает. Так что, народ, кому интересны подобные машины с американских аукционов, вы нам напишите, дайте знать, мы вам тоже что-то приобретем, купим, отправим. Всем пока, с вами был я, Виталик, Десант Транспорт, авто с Америки, любые авто, целые битые, новые, от дилеров, лодки, комбайны, все, что хотите, отправим вам без проблем, то, что мы сможем найти для вас в Америке. Также оставляю наши координаты, подкрепляю их в комментариях, можете переходить на наш телеграм-канал, задавать нам вопросы, также номера оставляю телефонов под нашими видео, все есть, дайте знать. Всем пока. Связывайтесь с нами.